Всем привет! Сегодня создаем новый аккаунт, как обычно. Но здесь наша цель будет не что-то прям лютое зафармить, прям ух. У нас здесь просто цель выбить хорошую бэшку хотя бы. Я устал фармить аккаунты. Мне падал только эпик, причем на стриме. Я не помню, он в открытом доступе или в закрытом. Ну, там не падла альфа 66 РК, синяя такая. Честно, фуфло было, но я теперь жалею то, что я ее слил. То, что я бы мог ее оставить и все. Так было бы, наверное, просто неинтересно. Да, баг еще может случиться, может не случиться. Обучение я скипнул. Не случился. Класс. Сегодня откроем целых две керамики. Даже три. Хотя нет, три. Я скипну за голду. А вот этот вот. Ну, нам уже дают подарки сейчас. Я набью здесь 175 РК и скипну все. Ну, все. Сейчас посмотрим, что будем выпасть нам. РК. Ну, стало на 110 РК. Пак остался. А, да, пак остался. Открываем два пака. Пятая годовщина стартер. Дэшка. Главное, чтобы нам с керамики цешка не выпала. 6 дней. А чё, он не убавляется время? И? Бэшка. Скорее всего, я оставлю этот аккаунт. То, что бэшка уже выпала. Неплохая причем. Качать ее сейчас не буду. Я её просто пока что запихну, оставлю и все. Альфа хорошая. ЦРЗшка тоже неплохая. У нас тут уже неплохой ак получается. Не знаю, громко слышно или тихо. Но... Так, давайте состав себе там. Нормально, а то это говно какое-то. Прикольно, кстати. Я думаю, лучше все-таки фетик воткнуть. Он средний. Прикольный. И давайте еще вот это воткнем. Ну, давайте так. Помогашки-то у нее есть. На сколько вещь? 940. Я это просто не заметил как-то. Офигеть, уже 4 минуты видос идет. Зато ак зафармили. Поймали топовую бэшку. Ася, подождите. По идее, мы больше аккаунтов зафармим. Давайте вот это все посливаем. Фуфло. Мы зафармим больше аккаунтов тупо по причине того, что... ну, как так сказать... Ну, ой, керамик точнее. Мы зафармим больше керамик, потому что вот мы начали. У нас 20 сколько там тысяч. И плюс у нас еще как бы 25... Ну, то есть у нас там 28 тысяч.
Плюс мы еще нафармим с этих испытаний. Плюс мы еще керамику откроем. Ну, короче, на две керамики. Накопим, получается, 4 керамики за видос. Картина. Говно. Бис. Давайте состав пересоберем опять. Ну, это 4. Тебя можно воткнуть. Давайте тебя воткнем. Ладно, я, наверное, сейчас скипну момент того, как я фармлю. Последнюю гонку доиграю и скипаю, потому что... Ну, думаю, будет неинтересно смотреть, как я просто зачищаю гонки. И все. Все. Давайте откроем пак за 135 рк. Ну что, мало ли, нам с него очень легко на ВП. Давай, ешку топой. Неплохо. Хорошая альфа, ой, не альфа, а что это было? Глянь, что у нас. Да что-то не видел. Это у нас фиат вообще, фиат. Я еще думал, что это лянча, ну ладно. Ну, все остальное тоже фуфло. Хотя, может, альфа была неплохая. Она мне не нужна. Открытие. Не, потом будем открытие делать. Сейчас у нас тупо чисто. В общем, я дошел до вот этой вот хрени. Сейчас берем хороший состав. Кстати, как я понял, это хорошая бэха очень. Мали, да, тебе. Ну, тут вообще без разницы, какой состав. Мы тут в любом случае тащим. 25 тысяч. Это получается у нас 3 керамики. Плюс мы еще вначале открыли алюму. И керамику еще. Так-то будем покупать потки за золото. Вы можете меня считать дебилом, еще кем-то. Но в принципе без разницы. То есть хочешь покупай, хочешь не покупай попытки. Как бы я вообще в самом начале все скипну на основе и получу лянчу. Опа, и. Ну блин. Ну, кстати, хорошее Peugeot, ладно, что я гоню. Топлое Peugeot. Ой, Peugeot. Так кто вообще? Это Citroёn вообще какой Peugeot. Туплю. Давайте посливаем вот эти вот все F-ки. Две керамики. Так, чем я еще не пользовался? Я не пользовался Себрингом. Фиат только что использовал. Вот это говно. Это. Вот это нормальная тачка. Можем еще скипнуть один раз, чтобы 5 мест получить. Зато сразу заберем эпик. Я, скорее всего, здесь буду забирать Ру, потому что он не поможет пройти этот. Компанию. Ну, естественно. Завтра уже его заберем. А мы начинаем керамики. Нет, вообще мы сначала начнем вот с этих паков. А вообще, зачем мы продавали машины, если мы их могли сразу открыть? Классная лянь. Ой, лянь, что-то... Фух, я почему-то понял, то, что это лега какая-то. Что я сказал? А я сказала то, что я подумала, что это лего какая-то. Не, реально, то, что... Я реально подумала, что это лего. Да фу. Кстати, крутая форт. Он крутой довольно. А теперь открываем керамику. Две. Если не выпадает А-класс, то я гей. Кстати... Это новый лотос, походу, был, потому что никогда раньше не видел. Он по две цешки падает. Каждую керамику. Давай, и. Неплохой кобальт. Мы уже неплохо прокачали аккаунт, поэтому я его заряду, потом на почту я ставлю. Нифига, у него управление лютое.
Сколько он весит? Не знаю, я его, скорее всего, буду качать, потому что это лимба. Мустанг босс, ну, дефолт, естественно, оставляем тебя. Потом... О, места реально пригодились. Вот ты, не знаю. Но ты вроде бесполезный. Я слышу то, что он крутой дрэк, так что можно его добавить, в принципе. И еще 5 мест. Пульсар, допустим. Пижошка. Вот это и вот это. Все, у нас одно место. Ну, тут уже добавить ничего нельзя, это мы сливаем. Что мы имеем по итогу? Мы имеем вот такой гараж. Считаю, очень достойный, потому что, ну, такого марка мы бы что максимум умели, это какой-нибудь, не знаю, вот этот вот Ягуар и все. А так у нас две бэшки уже есть в начале, причем неплохих. Кобальт это имба лютая. Ну, не прямо лютая, но неплохой. Бэха, у нее очень хороший разгон. То есть, как бы, это, считайте, замена Мерса, но без стандартных шин. Я могу вместо Бэхи его использовать. Ну, если, короче, на этом аккаунте не падает какая-нибудь лего до прохождения кампании, то я его солью, наверное. Да, можете меня считать дауном, еще кем-то, но я реально так сделаю. Будем качать вот этот вот Citroen, потому что он крутой. Я думаю, то, что он должен пройти вместо... Он, короче, я думаю, то, что он может пройти КТМ спокойно, либо ТВР. Два варианта. Потом, что у нас тут? Ну, по низкорейтинговым тачкам. Вот это неплохая штука. Это затычка, в принципе. Хороший разгон. Потом вот это хорошая штука. Вот это тоже. Ну, она низкая, правда, но ой. Но она неплохая, потому что разгон все-таки, управление на таком марка. А, знаете, вот что могло быть? Вот... Потом у нас есть вот такой вот Мустанг Босс, тоже хороший очень. И вот эта тачка хорошая. Гольф вообще один из имбовых. А вот это вот Фиат тоже топовый. И Бэха неплохая. Бристоль тоже на среднем просвете. Тяжеловато, правда, но ладно. Ну, из дэшек у нас что? Ну, Фиатик неплохой был бы средним вообще. Был бы лютая имба. Потом Телак Дега, но на принципе тут без слов, это хорошая тачка относительно. Ну, средний просвет ей не пригодится, а вот разгон и максималка очень даже пригодится. Как драк. СРЗ-шка, ну, тут без слов, топчик. Альфа Армаза, ну, не знаю, было бы реально средний тоже, было бы очень круто. Крутая тачка была бы. Ну, Peugeot Default, она у всех есть, она топовая. И тут вот что у нас есть? Башки Ма и Сэшки. Очень хоро... А, он переведёнка, нифига. Я даже не знала то, что такое есть. Я думала то, что это за World Expo, ну ладно. Имбовая. 50 на 50, но его много кто юзает. Разгон хороший. Не средний, но неплохой. Ну, Бэха средний просвет, так что топчик, хоть переведенка, конечно, из дэшек, но все равно. Это намного лучше, чем какие-нибудь тачки, потому что задний привод и стандартные шины. Это, конечно, не какая-нибудь замена Мерсу, но он неплохо едет в фуле. Так он еще и с крутыми метками, то есть, ну, в город уже не пригодится, вот Германо-Ренессанс, вот, неплохая метка, эко-френдли. Она, конечно, редко встречается, но эта машина очень неплохая, потому что электро все-таки и бензин. Но была бы дизельная, я думаю, она бы лучше заходила на события. Так что вот такой вот у нас гараж. Ну, по F-кам вот этот топ, это я не знаю пока что, но, в принципе, прикольно выглядит. Это не просто. Ну и пульсар тоже неплохой. Ладно, думаю, нужно прощаться, потому что я не знаю, что делать. Всем пока.